У Гомельском державном университете имени Франциска Скорины подвели выники международной олимпиады студентов и наученцев по основах психологии и педагогики «Я и свет». 500 удельников представили ВНУ Беларуси и Российской Федерации, а так само школы, колледжи, гимназии и лицеи двух краин. Усяго международным залику удельничали 57 команд. Олимпиада проходила по трех накирунках. Психологичный профиль представляли будущие психологи. Педагогичный объединял на наставников-предметников, педагогов дошкольного и специального навучання. Проверить свои веды по основах психологии смогли так само будущие юристы, экономисты и инженеры. С использованием системы дистанционного навучання и тестирования удельники отримливали и выполняли задания. У вынику переможцами сирот будущих дипломованных психологов признали студентов БДУ и ГДУ имя Франциска Скорины. Сирот педагогов первое место в олимпиаде так само у студентов ГДУ. Сирот удельников непрофильных специальностей лепший выник показали студенты Смоленского держуниверситета. Сирот навученцев вызначили 9 команд уладальников первых мест у залежности от номинации. Олимпиада, надо сказать, проходит уже с середины марта. В основном это онлайн-этапы, потому что собрать всех участников такое количество из большого количества городов на все этапы невозможно. Онлайн проходило у нас электронное тестирование на знания теории психологии и педагогики. А также проходил этап, студенты, учащиеся представляли свои постеры, выполняли командные задания и проекты. Участвовала в 11 классе перед поступлением на факультет психологии. Было очень полезно. Я с 9 класса хотела поступать на факультет психологии. Опять же, это был какой-то опыт в дальнейшем. Если я не ошибаюсь, второе место заняла на то время. И перед поступлением какие-то были приоритеты.